И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, а также на фьордах, и сегодня мы пойдем за предпоследним артефактом. Да нет, наверное, пойдем артефакт of the Devourer. Да черт его знает, как он по-русски называется. Соберем и, соответственно, узнаем. Этот артефакт находится под водой, соответственно, мы сразу же меняем вот так. Ну и это тоже у меня в комплекте. Здесь я просто одел скинчики, специально умер, чтобы выдали мне скинчики. Задолбал мне, что они все у меня разноцветные, и одел скинчики для этого всего дела. Так, вот, 263 элемента, по идее я могу даже сделать броню, но а зачем это нужно? Все нормально, чувак не будет двигаться. Так, берем базилку. Ну, мне по сути-то больше ничего не нужно. По сути, у меня все есть. Погнали! Погнали! Да, это тоже у меня есть. Так, здесь у меня все нормально. Да, на Раптора тоже вот такой скинчик надел. Ну а что, если скинчик выдали, то почему бы не надеть? Блин, как же ты меня бесишь вот своим подергиванием? Просто до ужаса бесишь. А еще у меня поначалу был вообще забагованный, то есть он... типа на него садишься, и звук как от этого... от водопада. То есть, как будто бы у меня постоянно рядом где-то водопад. Ускоряемся и летим. Координаты 3.71 на 4.08. То есть, летим в самый угол карты. Хм. В чем логика, конечно, не знаю, но здесь у нас тусуются грифоны. Смешно. Хотя, казалось бы, зачем им тут тусоваться, но они тусуются. Ай... если я не ошибаюсь, то вроде бы Аркер, он же непрофессиональный, говорил о том, что... лети домой. Что эта пещера самая... ну, то есть полностью подводная. Так, мы бежим. Оу! А мы бежим вот сюда. Так, ну, во-первых, включаем сразу же яркость. Угу. О, да тут глубоко. Ах ты ж, точно. У тебя ж с ХП все хреново. И я что-то очкую тебя похилять. Помнится мне на глубине, я тебя уже похилял. Там было у тебя все фигово с ХП. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, подождем. За кадром. Так, ну немножечко отхилял. Прям чуть-чуть немножечко. И давайте. Есть фуш делать это, то делать на камеру. Опа! Это там просто было из-за глубины. Фух, честно, прям до ужаса обосрался, когда вот реально до сих пор вспоминаю, то думаю, ёб твою за ногу, какая же была тупость. Но это глубина, и это базик. И тут как бы от этого ты никуда не денешься. Ай, гаммушка-то ты давай гаммушку сделаем. Что у меня там? Давай 4. Не, давай ярче сделаем. Давай 5. Чтобы было вот прям получше видно. А, координаты еще раз 3.70 на 4.08. Вот она, да. Все правильно, то есть вот спускаемся к айсбергу и уже здесь, соответственно, и тусуем. Так, давай ото всех избавляться и ставить телепорт. Ну, чтобы, если что, я мог сюда быстро вернуться. Ихтиорницы, сорян, ихтиозавры, точнее, ну, блин, а что поделаешь, лезете вы и лезете вместе с акулами. Так... ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут самое главное не протупить и правильно поставить телепорт, а то я уже так ставил телепорт, так что я потом не мог к ним... о, здесь аммониты еще тусуются. Не мог к ним потом приземлиться. Ну, а точнее, тпкнуться на них. Эм...
Ой. Залез, называется, в инвентарь. Ой, какая тупость. Поставил телепорт и потерялся. Где вход в пещеру? Я сейчас кругалями минуты две блуждал, чтобы найти вход в пещеру. Вот такая вот тупость. Ёшкин кот, а чё ж так ярко? Так, давай гамму, наверное, на дефолт поставим. Может, все-таки надо было маску взять? Ну прям очень расплывчато все это дело. Слушай, давай реально попробуем маску взять. В обычной воде как бы пофигу, а вот здесь, может, это проканает. Кстати, вот это как вариант жемчуг, да? Жемчуг? Ну-ка. Оп, жемчуг, точно. Так. Если честно, то нифига не заметно разницу. Ну хотя вот это вот... Да не, нифига. Погнали в пещеру, посмотрим. Я сейчас опять потерял пещеру. А, во, она же потому что не светится. Когда отплываешь от нее, она не светится. Ну вот, допустим, так. Вот смотрим вот сюда, вот слева. То есть, ну прям вообще никакой разницы. А если нет разницы, то зачем я тратил на это время? Да уж, зачем еще маска нужна, я так и не понял. Ладно, пофигу, погнали. Из того, что заметно сразу, здесь очень много жемчуга. В этой пещере можно полутаться некисло жемчугом. То есть, вот на стенах, вот, вот, тусуется жемчуг. А тут неплохо. Ну, в смысле, она большая. Такая пещерища. Ты просто фили... А, я шерка смогу вырубить на место. Отлично. Так уже видно получше. А если вот так сделать, то еще лучше. Это дефолтная гамма. Соответственно, мне вот эти все электробасы, мне вообще пофигу. Электрофобус же, да? Так, ты удильщик. Электрофорус. Электрофорез, блин. Не, на них пофигу. Ну вот, они ничего сделать не могут. Седла выбить не могут. Самое главное стоять. И жать. На атаку. Вот, они сами подплывут. Вот, почему лучше всего ждать, чтобы они сами подплыли? Ну, потому что так легче. То есть они без вариантов к тебе подплывут, а ты можешь как-то что-то двинуться так, что ты по ним не попадешь. В общем, туда-сюда больше юлить будешь. О! Рунка! Подводная! Ё-моё! Добрый вечер! Ой-ой-ой! Улетел. Да, блин. Рунка подводная. Отлично. Не, ну сотку руны я точно наберу. Даже придется, наверное, поискать хотя бы, чтобы соточку набрать. Ё-моё, сколько всякого хлама. Да. Качать мне уже тебя практически некуда, можно так сказать. Что у нас здесь внизу? Здесь тоже ничего. Просто альтернативный проход либо сверху, либо снизу. Специально пролетаю, точнее проплываю абсолютно везде, чтобы посмотреть на наличие артефактов. Точнее, не артефактов, а дропиков. А вдруг где-то будет дроп, я его просмотрю. Честно, я не помню, писали что про вот это. То есть из этой пещеры я помню только единственное, что мне писали, это то, что она единственная по-настоящему полноценно подводная. Вот. И, кстати, очень удобно получается, я залутал хороший акваланг к этому делу. Ну, хороший в том плане, что он долго ломаться будет. А значит, мне не нужно их 150 штук лутать. С собой забирать. О! И это все, да, уже получается?
Ну, окей. Допустим. Так, никто не пытается меня атаковать, это хорошо. Ну-ка. Не, жемчуга много не бывает. Пожирателя. И вот начали... Я погрузился на глубину. Какая сволочь стреляла? Я погрузился на глубину и стал теряться ХП. Ну-ка, давай поднимемся выше. Вот. И перестало теряться ХП. Прикольно. Типа, у базика настолько... Ну, то есть он... Не любит... Ну, то есть не может плавать на глубине, что его начинает... Глубина бить. О! Здесь он тоже получает урон. Да, вот, получается, теряется здоровье. Но всплываем сюда повыше, и он восстанавливает здоровье. Хм, прикольно. Но я не вижу никаких... дропов? Я никаких дропов-то и не вижу. Ой-ой-ой. Подлагало, прилагало. Е-мое, надо вернуться, чтобы поставить там... Что? Правильно, телепорт, чтобы быстрее сюда приплывать. И, кстати, не зря вернулся назад. Там руна. Базику пригодится. 87 рун. Да, на телепорт надо ставить где-то наверху. Ну, там просто слишком близко к этому к артефакту, поэтому туда не ставится. Ну все, поплыли отсюда. Базику здесь неудобно. Он теряет много здоровья. Ну как много? Теряет здоровье. Ему неудобно. Ну давай вот это для начала все-таки выкинем все. Так. Ну все еще так ничего не заспавнилось, поэтому я буду считать, что здесь вообще ни черта ничего нету. Вот и все. Кроме артефакта. Ну и жемчугом. Здесь просто вот всякие фиолетовые свечения есть, но это другие. То есть это фиолетовые свечения именно вот этих камешков. Ну и текстур, короче. Такая братва тусуется вчетвером. Врубаем яркость. Врубаем гамму 5. Чтобы было все-таки получше для вас видно. Хотя там уже день. По сути, перебор. И вот как-то так. По сути, все. По сути, вся вещера. И сейчас единственное, что хочу, раз уже осталось время, сгоняем, посмотрим какие-нибудь подводные именно корабли. Где-то я их видел ближе к центру. Плыть мне туда долго. Что-то когда нужно было, точнее, когда не нужно было, я их видел, эти корабли. Сейчас, когда нужно, я уже по второму кругу поехал. Поплыл. Толку ноль, я не вижу. Да, ну вот так вот оно и бывает. То есть, когда тебе нужно, никогдашечки ничего нету. Да уж. Ну, посмотрим. Сейчас еще есть мысль заплыть в тот район, где пещера. И, соответственно, вот в том районе, где я томил базика. Вот прям вот там где-нибудь поплавать... так сказать, покружить, кругаля поделать, посмотреть, что, как, где, может, я все-таки там увижу. Но у меня такое ощущение, что я где-то вот именно там-то и видел. Ё-моё. Да. Но не судьба. По ходу дела. Ну и бог с ним. Ну, судьба не судьба, зато тустиутис увидел. Эй, здорово! Шупальки его пригодятся. Вроде бы его шупальки нужны будут.
8 шуполек. Там просто вроде бы альфа это я убивал, там шуполек-то я с него падало. Вроде бы убивал. Честно, уже прям сейчас же и не помню. Или я просто по карте смотрел, уже прям путаю все эти карты. Кто же знал? Надо будет на базе глянуть. Ну, короче, не судьба, так не судьба. Без понятия, где хоть какой-то кораблик валяется под водой, но... Ну, я его точно видел. Пофигу. Пофигу. Самое главное, это что? Я добыл артефакт. Нужно будет посмотреть вообще весь список того, каких мне мобов нужно убивать для лута. И уже можно будет, что? Правильно, выдвигаться на боссов. Если не ошибаюсь, то по сути я все, что было на карте, осмотрел в плане мобов и пещер. Вроде больше ничего не вижу такого. Ну, то есть... Так сказать, не вижу, куда можно еще сгонять. Вот. Так вот будет более правильно сказано. Ну, а я что? А я с вами буду уже, пожалуй, на этом прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, и, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо и добра. Всем пока.